А, мы продолжаем играть. Вот я сейчас первый раз в жизни играю в вот эту штуку. Любые ходы сделай, главное не думать 15 секунд над двумя ходами первыми. Это очень важное условие для блиц. Вот соперник уже все подставил. Чего он Что поставил? волноваться? В общем, под d5 встал, под a6, b5 встал. Так, маразм какой-то. По-моему, выглядит приятнее, чем латышский. У нас короли смотрят друг на друга. Так, приходится Ладно, я бить. понял. Латышский все-таки лучше. Так, А6 ладья. не хочешь хитрый ход? Так тоже хитро. Ну, Хотим А6 c4. хитрее было. А последнее, я думаю, было конь d4. Все, я сделал 10 ходов. Да. А Пете предстоит, видимо, делать ход королем. Ну, Петя, да. Все ради одного шаха. Хорош один. Как атаковать? Только не говори. Да как, 3-0, ну быстрее, ну что такое? Я думаю, мне интересно. Шахматы интересная игра. А, g5 можно было. Да какое g5, пока у тебя на d5 висит? В смысле? Так не висит на g5. Висело, пока ты ладью на d8 не поставил. Да. Да, и ладья e1 шаг грозила. Как можно вообще с таким кардом играть долго? Ну я собирался на f1. Вот хоть d2, хоть b1 уже выдал. Нормально. Стоп, я так. Он на e2, бью, бью. Глубокий и тонкий расчет последовал. Все, линию уже вскроем и не поздоровится. Сильная партия. Я бы на твоем месте не спешил бы. То есть на ферзь f2, ладья g8 можно рассмотреть. А, h4. g3. Ну там долго же. А, ну уже недолго. Так, по-моему, быстрее как раз. Потому что у него уже проблемы с координацией. На ферзь e2. Сейчас h4, все. Ну ладно, как хочешь. Ой, все, приплыли. Да ладно, почти без совета. Ладно, я хоть план придумал правильный. Да. Наверное, в общем, нифига не правильный против нормального соперника. Правильный план был уйти в 2-0 и вот эту чуть лучшую позицию играть. Но этот план веселый, да, согласен. Какой? Вот тут 2-0 нужно было? Ну, а начиная с хода h5, что это за ход вообще? Ну как, на атаку? Не, на f1 сыграть. Вот так, ну ладья e1 получил бы вместо c3. Где была бы атака? Так, ладно. Нам сейчас флаг срубят. Не думаю. Ты уверен? Я бы лучше, хотя... Я в другом порядке сыграл. Но даже разницы нет. Ну что, его король разве не спрячется за пешками? Вот g1, g2. Ладья h2. Как он f2, g1. Давай, введи эти варианты. Давай продолжим. Так, я думаю, самое упорное вот так вот. Опа. Что не ходится? Компьютер не в состоянии. Почему H2? То зачем H2? Да я прикалываюсь. И все, ничья. Так, понятно. Повторение ходов. Именно она. Да, всем спасибо за внимание.